Взбила яйца с солью. И теперь добавляю сахар 80 граммов. Если вы сомневаетесь, как бы, в том, что у вас получится, можете добавить чайную ложку разрыхлителя. Так, я добавляю 90 граммов муки и столовую ложку какао. Постепенно ввожу в тесто. И перемешиваю. Форма у меня 19 сантиметров. Если у вас форма больше, можете увеличивать ингредиенты ровно в 2 раза. Бисквит отправляется в духовку, в разогретую духовку на 180 градусов на 30-40 минут. Крем у меня будет заварной. Беру 2 яйца, немножко положила ванили, 100 граммов сахара, добавляю ложку крахмала, я использую кукурузный крахмал. Если нет кукурузного, можете положить картофельный крахмал или даже муку. Добавляю 300 граммов молока любой жирности. При постоянном помешивании довожу крем до кипения. Крем закипел. Я выключаю газ и продолжаю крем помешивать, потому что крем еще варится, чтобы он не пригорел. Снимаю крем с плиты, и мне нужно крем охладить. Крем у меня остыл до комнатной температуры. И теперь беру 130 граммов масла сливочного 82% жирности, щепотку соли и начинаю взбивать. Добавляю заварной крем в 3 захода. Крем готов. Можно собирать тортик. Остывший бисквит достаю из формы. Я вот так по краю бисквита буду вырезать часть бисквита. Такую дырочку, норочку. Вот у меня сколько еще получилось бисквита. Это все у меня пойдет на украшение торта сверху. Это тоже я все измельчу. Начинаю сборку тортика. Почистила 3 банана. Бананы лучше брать спелые, чтобы они были без горчинки. Тогда приятнее они будут ощущаться в торте с кремом. Прежде чем выкладывать бананы, мне нужно дно коржа или пропитать. Но я буду вот пропитывать кремом. Пропитываю корж кремом, чтобы он не был сухой, чтобы дно коржа не было сухое. И вот теперь укладываю бананы. Уложила бананы и покрываю их сверху кремом. Та шляпка сверху, что я срезала, я ее превратила в крупную крошку. И крем, что у меня остался. Всю крошку отправляю в оставшийся крем. А вот эта крошка оставила я на посыпку сверху, эту крошку. Перемешиваю с кремом. Это у меня будет сейчас верх торта, вот такая как бы сама вот эта шляпка. И все это выкладываю сверху торта горкой. И формирую горку.
такая прям идеально ровная горка у меня получилась, красивая, прям сама себя хвалю. И теперь остается посыпать сверху крошкой. Вот таким образом украшаю бока. Такой эффект земляной горки делаю. Закончилась у меня крошка. Чуть-чуть мне не хватило. И на помощь приходит шоколадка. Беру черный шоколад, горький у меня, и терку. Шоколад должен быть комнатной температуры, чтобы крошка получилась крупная. И прямо натираю его сверху торта. Смотрите, какая красивенная норка крота у меня получилась. Теперь отправляю тортик в холодильник на ночь. Резать его будем завтра. Торт постоял в холодильнике ночь, и сейчас я его буду резать. Он так хорошо стабилизировался, замерз. Давайте разрежем эту красоту. Ой, какой нежный, мягенький внутри. Самый вкусный момент. Буду пробовать. Такой высокий получился у меня. Очень вкусный. Просто восхитительно вкусный. Очень вкусный торт. Всем советую приготовить. Даже тем, кто не любит бананы, вместо бананов можно сделать любую другую фруктовую начинку.